Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы в гостях у Гали, на ее кухне. Галя готовит праздничный стол на свой день рождения. Персень нашла? Нет. И сейчас она будет делать салат фунчоза. Я вам его покажу, расскажу. Итак, у нас в программе фунчоза. Галя, вы ее уже отварили, да? А как ее варить? Это вот где вы купили? Заливается кипятком. Это все. И 5-7 минут держится в кипятке. В общем, потом купили в магазине «Пятерка», обычно, да, ну, там, в Дикси. Такая штука, значит, называется, для фунчоза. Для, короче, лапша для фунчоза. Да. Залили кипятком. 5-7 минут 5-7 держишь, минут держим. Потом, значит, она сливаешь, воду, промываешь воду. Промываешь чем? Кипяченой... Холодной водой. Холодной водой. Да. Ага. Так. Она стечка, это стекает, ага. И вот она получается. Так, еще что нам нужно? Для нее это нужна морковка, ага. Огурец. И перец. Перец сейчас принесут. Перец принесут, потому что мы это самое. Галя его где-то тут в квартире потеряла. Быстрее сбегать купить, чем найти, да? Слишком. Наверное. Ну, не страшно. Сережа побежал уже. Так, а это где продается? А это тоже это в Пятерочке продается. Заправка чим-чим. Сделано корейцами. А, вот тут написано, для фунчозы. Да. Что тут в составе? Небось, сейчас скажут один этот запрещенные продукты. Ну, неважно. А, вот тут вот написано. Супер. А вот тут написано еще в рецепте, Галь, что нужна зелень укропа. Ты будешь добавлять? Ты знаешь, я не добавляю. Не добавляешь, да? Я не добавляю. Так, ну понятно. И это. И самое главное, что нужно, это вот терка для корейской моркови, да? Да. Вот это вот самый трудоемкий процесс, мне кажется, в приготовлении этого салата. Так, Галя у нас тут на фунчозе. Смотрите, она морковку натерла на такой терочке. А это огурчик натерла. Ну, на терке вот перец не получается на терке. Вот. А тут ей подвезли перец, поднесли. И тоже вот такими, да, длинненькими? Ну да, соломкой длинненькой. А, супер. Галя, у тебя тоже какой-то маникюр симпатичный такой. Ну-ка, похвастайся. Вон какой. Ух ты же. Ты прям какой-то зимний уже, да, вариантик? Ага. Многие говорят, знаешь, это, о, тебе сколько лет, а ты, знаешь, это маникюр делаешь. Где? А я, значит, не ругаюсь. Я не ругаюсь. Так, ну что, теперь все вместе, да, соединять? Да, вместе собираем. Прям нарезала так миленько. Галя, это тоже должно постоять какое-то время, да, после? Ну да, оно это постоит, оно пропитается лучше. В свое время не успевала делать это, я помню тоже. Ну и тоже потом... все салаты, наверное, приедаются, да? Да. А потом как-то, значит, в какое-то время вообще не делала. Ой, как вкусненько. Вот. Видишь, какие у тебя корыца-то хорошие. Да. Прям такие нарядненькие. Мы все смеемся. С Иркой у нас столько этих пластмассовых корыцев на всякий случай жизни. Ага. Сейчас я это... Что ты там делаешь-то? А немножко сбиваю, чтобы это... Осадок... А, чтобы оно все размешалось, да? Да. Пачка. Что ты говоришь? Ну, на полную, если по эту упаковку. А, там... на целую упаковку, да. Вот фунчозы вот этой макарошков, да? Да, да, да. Нужно две пачки. Две пачки. Угу. Слушай, оно прям так, таким цветом должно быть? Мне кажется, оно какое-то... Оно разное бывает. Да? Я просто вот помню, если... какой-то был такой черненький, да, с этим... темно-коричневого, да, цвета. Да, с этим соусом. Да, 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 да. Как его называют-то? Соевый. Соевым, господи. Надь, спасибо, подсказала. Что прям уже... Уже хочется все съесть, а мы только все глазками смотрим. Не говори. Я говорю, они разные бывают. Бывают производители. А какой лучше? Ты знаешь, вот этот я брала, знаешь, я уже даже не помню. Но мне больше нравятся вот коричневые. Они и сами пачки коричневые. Ну, давай уже. Мешай. Вот, а теперь сейчас будем мешать. А чем ты будешь мешать? А сейчас вот эти будем мешать. Что это такое? А, вон какая штучка специальная.
Красота. Вот мне нравится, он на вид очень красивый, да, такой яркий, нарядный. Да. И вот в этом соусе, наверное, все эти овощи, они мягче же станут, да? Ну вот, да, он это и мягче становится, и привкус это такой вкус. Вот вкус, да. Угу. Супер. А сколько вот перемешала, сколько должно постоять? Ну, до того, как час. Час, да? Хотя бы достаточно. Час. А то хочется уже прямо сейчас съесть вот эту красоту. На даче как-то занято. Постоянно это готовили. Так хорошо. Ну, а что, это, в общем-то, так экономный вариант, но очень красиво смотрится. Не знаю, прям богато так вот. Мне нравится. Собственно, что там, одна морковка, этот макароны эти, сколько они там стоят? 100 рублей, не больше, наверное, да? А то, наверное, и меньше. Ну, перчик там один, ну, огурчик. Ну, что, копейки, собственно. Ну и приправа, да. Наверное, самая дорогая приправа. Сколько она? Я даже не помню, 50, что ли? Все это, кстати, в Пятерочке продается. Ну вот, Сережа нам все рассказал. Отлично. Ну все, уже готовый салат на столе покажем, да? Ну да, это пока сейчас закрою. Угу. Пускай впитывает пусть себя. Пусть стоит. А я пойду посмотрю, что там Надя делает. Так, и что у нас на очереди? Салат? Браво. Это вот тот, который ты делала на день рождения Юры, да, и Маши, который мне очень понравился. Так, что идет в состав? Рассказывайте. Состав. Селедка. Селедка. Галя, а что ты, откуда ты и почему она у тебя на этом? Ты знаешь, я когда купила готовую, называется селедка под шубой в Пятерочке. Она уже порезана, она уже в масле была. Да ты что? Ну, вот что вот это масло. И вот такая мелкая, вот мелкая, вот так вот, вот мелкая. Вот так она порезана. Да ты что? Я даже не видела никогда. Очень удобно. Удобно. А вы ее просто от масла, да? Это? Да, я масло так, слила, потом это на салфетке так, положила, чтобы она не такая зитая. Я поняла. Так, вот. А вот это что такое? Это лук, который замариновали. А как вы его мариновали? Уксус, кипяченая вода горячая. Кипяток? Кипяток, да. Угу. И это сахар. А, и сейчас слили от воды. Да. Ага. Так, яйца, и что тут у нас? Яйца, морковь. Так, и он будет выкладываться тоже слоями. Тоже слоями. Вот формочку вы уже тут на тарелочку подготовили, да? Да, да, да. Ну, супер. Ну, процесс... А, майонез, да, нужен да, еще? Да, обязательно. Отлично. Между слоями, значит... Ну, покажем процесс. Вот Галя принесла показать упаковку из-под... селедки. Масса нет, 400 грамм, а рыбы 208. Все остальное, видимо, водород. Начинаем собирать салат баронесса. На терке трем картошку. Это самый нижний слой будет. Сверху на что надо? Майонезом. Майонезом промажем. Да. Отлично. Так, теперь селедочку на картошечку с майонезиком. Теперь маринованный лук. А вы его просто порезали, да? Мелкими кубиками. Ну, Таня бы моя точно не стала бы такое есть. Хотя вот маринованный лук, он прям в корне отличается от сырого, и даже вкус совсем другой у него. Так, и дальше. Майонез. А, опять майонез? Короче, мы сегодня наедимся холестериновой еды. Морковь. Девчонки, тут прям в две руки. Угу. Так. Галя, ты что будешь сейчас делать? Я? Да. Я сам даже не знаю. Удивляюсь. Да уже. Иди отдохни. Морковочку. На морковку тоже майонез, да? Да. Каждый слой промазывается майонезом. Ага. Вот Надюша уже потерла морковку. И теперь майонезиком промазала. Следующее у нас что? Яблочко. Яблочко. Вот яблочко мне очень понравилось. Такое необычное сочетание яблока с селедкой. Да, и как-то желательно так... зеленое яблоко. А, зеленое яблоко надо. Прям освежает. А как это фамилия яблока? Не знаешь? Гриб, по-моему.
Грин. Я так и даже не знаю название. И яблочко. Так. Что там, яблочко, майонез? Яблочко, майонез. Теперь это сначала желтки и белки. А, желтки отдельно? Белки отдельно. О, ничего себе технология. И самый верхний слой – это белок. А сверху уже ничего, сверху белка, ничего не надо. Да можно и намазать, можно, наверное, нет. Мне кажется, уже перебор будет с майонезом. Скорее всего, лучше не надо. Да. А я не помню, вы в прошлый раз мазали, нет? Я тоже. Мне кажется, оно так и было. Ну, посмотрим.